Да ладно, чего мелочитесь. Давай тогда уж по очереди дали. Они вот с этого направления, которое рисуете, оно 100% будет ждать. Вообще. Гарантированно. Вот так, давайте. А, да, туз нарисовал, да? Вполне. Только надо будет за границей взять. Только мы вот тут. Смысл из южного они могут наблюдателя поставить, увидеть, что вот водники не плавают. Восток. А водоводники здесь не плавают. Водники не плавают, да. Автор миссии что-то это как-то. Ой, чё я метку удалил, извините. 1-1. Браво. Браво, я удалил. Бисмут, извини. Ну ладно. Поставь заново такие частотки рандомные. В общем, браво. Короче, сразу, как только заспавнились, сразу бежим на север, грузимся в лодку и переплываем. Прям сразу на восток. Я думаю, попытаться успеть быстрее, чем они. Не прокатит, конечно, но если еще, можно будет еще. А лодки с пулеметами, не? Есть на них что-то? В заметках нет. Не, в заметках нету. Бесмысленно, а где вот эти лодки? Лодки на севере сейчас. Розовый знак вопроса. В этом есть какая-то тайна. Жизнь без чатиков. Так, куда чё, куда? По большому маршруту идем или по берегу прямо? По берегу, пошли по берегу. Да я по берегу, короче. А вас не расстреляют? Короче. Да, ладно. У нас чаты, есть. Вот, два. Пшите. Использовать его? Да, конечно. Они-то уж точно будут использовать. Вон лодки справа стоят. Одна штука. Стрельба была. Это... Сейчас я покажу. Ну, здесь холмик можно занять. Холмик, вижу трубаки там лежат наши, короче. Прямо, прямо на берегу лежат трубаки, короче. У меня бинокль есть. Ну, смотри под елки. Так. Вижу, вижу, бегают враги, короче. Насколько, насколько? На 130. Зелёнка сейчас. Маленькая. По-моему, враг. Да, там только наши могут быть. Видишь, лодки на берегу. Калашом, с калашом лежит враг, походу. Если бы было по НВ бинокль. Да-да, сейчас трассер. Сейчас трассер могу дать. А я его не видел, мы видим. А дистанцию можешь померить? У меня с подстволом. Я сейчас померяю. Давай с подстволом, огонь лучше этим не открывай, попробуй. 500, 450 обратно. Где-то около 400. Да. Где лазером подсвечивают? Паш, 4-5 деревьев под края правого берега. Ну, попробуй, у меня максимально 400. Сейчас больше упражнений. Пошла. С открытого идут. Сейчас бы всем замереть. Не, недолет, большой недолет. Бесполезно. Ответ пошла. Лес, кого-нибудь лес. Лежите на берегу. Сам кажется, просили. Давайте на 310 уйдем. Он перебегает, надо его смониторить. А сейчас они сюда пойдут. Они сейчас сюда пойдут, нас со спины, лучше вообще уйти. На шок впереди. Бронеёлки записи. Всё, уходим.
на шепот, там тут на голос. Через маяк давайте пройдем. Я могу давать выйти. А, это не маяк, это тебе вышка. На 10, на 10 вообще. Где близко? Калаш работает справа. Кучнее надо держаться, по своим положим. Давайте на 100 туда идем, сближаемся на калашик. Они лазеры наши видят или нет? Ну, ПНВ-шки есть, есть у них, да? У них есть, есть у них ПНВ. Эх, починить бы миску. Какую миску? Пошли вглубь, на, грубо говоря, 20 вглубь. Здесь камень большой есть, не доходя. Антенны эти обезьяны. Камень был. Ты сейчас бежишь, Веста? Да, я бегу сейчас. Найс. Лёха. Это тебя вижу, тебя позади, сзади. Да. Из ёлок сейчас. Дальше идем, наверное, да? Где? Смотрите, они уже тут бегают, вот ко мне все сидели. Да. Это другой случай. Еще предобойти предлагаешь? Здесь конь GPS, может сказать, где он? Я предлагаю поскорее базе идти, пока они по лесам не рассосались. Ну пошли тогда на 90. Как раз сейчас там встречающие будут нас встречать. Надо выше подняться за камни, здесь вода уже, это светит. Налево. Номер поднимаете, с дорогу видите, по дороге идите. К воде не выходите, там на берегу наверняка есть засада и... Не видел. Сейчас мы тебе пройдем с севера занимаемся. То есть на шопот впереди тебя очень... Карта вроде есть, идем за ним. Вот антенны, какой зима получается. Прям по дороге. У тебя дорога должна быть слева. Ты идешь, и дорога слева. Идешь наш на 60 или на 100. Короче, на восток. А вышка у тебя слева тоже должна быть. Тут будут камни такие на дороге слева и справа. Их миновали. Их миновали. Репиджи? Репиджи вон, что вы?
Дальше куда? Короче, мы стоим на дороге, ждем вас пока. Хотя вы... А, вот, все. Так, вижу одного. Кого? Вот. Еще отставшие есть? А сколько человек там было? Возможно, один еще кто-то был. Ну все получается. Так подождите, вот я бегу уже по дороге, видел один. Вот еще один. Ты где? Вот. Пробежал. Все, пошли. Ушли из зоны, все, мы долго шли. Да. Что произошло?